Но этот пистолет принадлежит фонду будущего, верно? Так почему же дети дают мне пулю? Потому что тебе нужны другие варианты ответа. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Ультра Данганронпу. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео, а еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании, подписаться на мою телегу. Погнали! Так, только вопрос, а куда мы гоним? Так, оттуда мы вроде как... пришли. Ты уверена, что мы сможем пройти через этот путь? Нет! Я не знаю. Тогда почему ты идешь туда? Давай вернемся туда, откуда мы пришли. Да ты заебла. Так, это вниз. Блять, а откуда мы пришли? Что? Подожди, я не понимаю, что ты от меня хочешь. А, наверх. Ладно. Я наверх не увидел. Ля, какая Тесла. Ёбушки-воробушки. Бля, такой хуй я держу. Их слишком много. Давай вернемся назад. Ебануться. Их чересчур много, слишком опасно идти этим путем. Тогда что же нам делать? Не спрашивай меня, я не твой личный навигатор. Извини, просто ты такая надежная, я подумала, что надо спросить. Надежная? Ну, это правда, что мой мозг намного превосходит твой. А теперь давай посмотрим. Возможно, сейчас будет лучше вернуться под землю, чтобы найти другой выход. Почему под землю? Я вот этот момент видел в English, там написано underground, underground это, блядь, подземка, а не под землю. Не, ну технически это под землей, но, блядь. А значение слова совсем другое, курва! Обратно в подземку, ты уверена, что тебя это устраивает? Подземка, метро. Ну, метро это тоже входит в подземку. Подземка это все, любой комплекс, который находится под землей. Даже вот эти вот подземные автомобильные тоннели, андеграундом называются. Кто-то ж помнит еще NFS Underground 1, 2. Там они тоже под землей много ездили. Ну, не так уж много. Ну, блин, ну тем не менее! Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, ты боишься темноты, не так ли? Под землей довольно темно. Дерьмо! О, ты пытаешься быть примером, чтобы показать мне, как идти вперед, даже если тебе страшно? Я вижу, как и следовало ожидать от настоящего наставника. Ладно, погнали. Хорошо, а куда мы погнали-то? Шлюха, чё? Отброс... Она мне пулю дала? Время обучения. Похоже, что теперь у тебя есть отбрасывание. Как ты мог догадаться, отбрасывание может отбросить манаком, да нихуя себе. Он воздействует на небольшом рас... Оно воздействует на небольшом расстоянии и не наносит урона. Но его действие с лихвой компенсирует это.
Например, снять щиты с монаком стражников или сбить монакома бомбардировщика, чтобы заставить его уничтожить самого себя там на месте падения. Если ты используешь его правильно, это поле правды может иметь действительно мощное воздействие. Используй его на различных монокумах, чтобы узнать больше о его воздействии из первых рук. Или ног. Уебало. Это новый вид пуля, выглядит довольно полезным. Но этот пистолет принадлежит фонду будущего, верно? Так почему же дети дают мне пулю? Потому что тебе нужны другие варианты ответа. Я думаю, может быть, здесь могут быть дети, которые захотят нас поддержать. Ну, которые хотят вырасти. А? Поддержать нас? Ну, кого это сейчас волнует? Давай лучше поищем выход. Да. Так, отбрасывание, ладно. Так, ну, будем бегать на прорыве. Да, и между прочим, раз мы тут, значит, самое время сохраниться. Супер. Куда теперь? Сюда, наверное. Да. Это опять монокума со щитом. Одолей его при помощи новой пули. Понял. Поняла. Ща. Пошли. Пошел нахуй! Курва, блядь! Это щит такой крепкий, это гел-алюминий? Это дюр-алюминий. Ебать, а кому не похуй, что это было? Видимо, только мне. Подожди, я, блядь, заблудился. А, вот. Я не знаю, пока я тут возле сохраняшки, я хочу сохраниться еще раз. Так, теперь погнали туда. Это слишком, не может быть и речи об этой жуткости, просто не может быть и речи. Разве не станет еще темнее, если мы продолжим идти? Все действительно будет хорошо. Наверное, все будет хорошо. Ты ужасно подбодриваешь людей. Разве ты не можешь более мудро подбирать слова? Ну, я уверена, что ты смеешься надо мной в своей голове, думая, что я какая-то испуганная маленькая девочка. Я не смеюсь над тобой, я тоже не люблю темные места. Но, честно говоря, я почему-то чувствую спокойствие. Почему ты чувствуешь себя непринужденно? Тебе нравится получить удовольствие от страданий других людей? Мои страдания восхитительны на вкус, а ты готовишь ужин из 4 блюд, да? Блять, этот локальный японский юмор, его... Я его нихуя не понимаю. У тебя определенно стервозный характер. Ты из тех, кто несет чушь на свадьбе, не так ли? Кто бы говорил, курва? Я не это имела в виду. Я хочу сказать, что я уверена, что ты тоже усердно работаешь. Конечно.
Даже я на пределе своих возможностей. Я боюсь крови и темноты. И я так устала, но у меня нет выбора, кроме как сделать это. Я не какая-то плакса, плаксивая, легкомысленная девчонка. Плаксивая плакса? Что это было? Прости, я пыталась напугать тебя, но потом твой ответ напугал меня. И все запрудили всю метро. А? Ты действительно глупая? Я просто пыталась снять напряжение. Да что ж, теперь я больше боюсь твоей глупости, чем темноты. Ох, прости. Да, сеструха у Макото, блять, просто охуенная. Создавать подобный подземный торговый район, что вообще думала администрация города? Может быть, это тонкая политическая сатира? Что? А вообще, подземные комплексы, они достаточно, ну, дешевле. Над землей уже настроено всего, а внизу нет. Дети играют с телами, они отличаются от тех, кто дает нам предметы. Они выглядят так же, но однозначно отличие все же есть. Тут точно как взрослые. Некоторые хорошие, некоторые плохие. Не трать время на размышления об этом. Ты думаешь, что эти дети, которые помогают нам, знают, что убивать взрослых неправильно? Раз уж мы заговорили об этом, разве ты не говорила мне раньше, что они следуют приказам? И я также говорила, что бесполезно тратить время на детей, которые сошли с ума, разве нет? Если у тебя есть энергия для таких бессмысленных рассуждений, лучше потрать ее, чтобы ускорить свой шаг. Извини, но я не могу не задаваться этими вопросами. Так, дети уже убежали. Откуда берутся эти монокумы? Курва, ты охуел на меня бежать? В смысле, а чё пули как-то не прибавляются особо? Так, там выход, а тут у нас... Мойте руки перед едой, играйте в видеоигры не более 8 часов в день. Хорошая заповедь детского рая. А, рая, ну да. Блять, я что-то сначала про детский сад подумал, сори. Если вы когда-нибудь почувствуете, что проявляете признаки перевоплощения в демона, возьмите на себя ответственность и покончите с собой. Любой, кто нарушит правила, понесет наказание. А почему везде пункт 1? Весь день пролежит в своих какашках после большого барбекю. Пиздец, они ёбнутые. Только я думаю, мы сможем взобраться по той лестнице. Тут ты права, пойдем туда. Нет, еще рано. Блять, я надеюсь, тут... А, это пуля была. Ладно, пуля тут. А-а-а! Пошел нахуй. Пошел нахуй. Левел ап. Да, кстати. А, во навыки нашел.
Слушай, а я чё... А чё у меня так мало навыков? А, вот ещё есть. У меня для снаряги умений... Ого-го, сколько всего. Опа. Здрасте. Так, это... О, можно открыть. Нет. Опа. Мастерское разочарование. Различные сожаления сопровождают жизнь, запутаться в работе, тяжелых отношениях. Если бы только дела пошли на другой лад, если бы только я вернулся к тому дню, постоянно смотрите в прошлое, то, что нужно для мастерского разочарования. Потому что вы не стали абсолютным разочарованием, вы навсегда застрянете в прошлом. Приобретите навык разочарования, и вы, может быть, сможете наконец-то смотреть в будущее. Обучающая книга по жизни, которая начнет сиять завтра, написана автором, который так много всего пережил, что написал эту книгу, проживая в аптеке до 10 лет. Ок. Что такого в том, чтобы быть разочарованным завтра ради завтрашнего блага? Мне не очень нравятся такие книги. Я чувствую себя словно на меня накричали, что ли. Прямо с самого начала вступление настораживает завтра и будущее, и ты. Не могу поверить, как часто я раньше велась на такие книги. Так, значит, ты читаешь нечто подобное, верно? Я думала, ты предпочитаешь лишь чистую литературу. Я имею в виду в прошлом. Я просматривала некоторые из них, когда была более слабой женщиной, чем сейчас. Слабая только. Я даже не могу себе этого представить. Для меня ты всегда была сильным человеком, ты ее знаешь. Сколько там? Полдня? Или сколько тут по сюжету прошло? Который никогда не впадает в депрессию. Он из нее не вылазит. Она, то есть... Нет, я на самом деле не такая сильная, точно не в глубине души. Но если я окажусь сильной в твоих глазах, значит, наверное, я немного повзрослела. Повзрослела, да. Это то, что нужно сделать и мне. Хорошая идея. А то сейчас ты сильно раздражаешь. Да, ты даже не пыталась приукрасить это. Ну, если ты хочешь измениться, то сейчас идеальное время для этого. Или, может быть, дело в том, что тебе нужно измениться. Мне нужно? Представь, что ты заперта в закрытом пространстве с твоими одноклассниками и вынуждена убивать их. Хочешь ты того или нет? Ты меняешься. Я даже не могу себе это представить. Но наша текущая ситуация также невероятна. Не настолько. Думаю, мне действительно нужно измениться. Просто убедись, что ты не изменишься в худшую сторону. И только то, о чем ты упомянула раньше, об убийстве одноклассников. Что? Это такая интересная концепция. Какая крутая сюжетная основа, ты бы могла стать писателем. Она и так писатель. Ладно. Нам надо еще эту хуйню обыскать. Нам как-то надо туда пробраться. Тихо! Нахуй. О, сохранение. О.
Это оно, не оно. Не, видимо, все же не оно. Так, давай сердечко, курва! Ну, ладно, патроны. Оу! Да, сюда. Жди. О, дверь. Блять, тут еще одна дверь есть. Стопа. Дверь заперта! И еще это заперто. Так, слушай, а может быть это? Здесь повсюду аркадные автоматы, не так ли? Не так ли? Еще патроны. Возможно, так мы и пройдем туда. Я вижу, что мы можем отдалить их всех сразу. Слушай, а может танцами сможет получится их привлечь, а? А куда вообще эта дверь ведет? Я, в принципе, хотел туда пройти. Или отбросить, а потом танцами привлечь. А, не, тут работает только отбрасывание и движение. То есть мне отбросить, и он там... Блять, ну он же сам по себе не взорвется. Или взорвется. Хуй знает. Ладно, давай попробуем. А вот и сердечки, мои сердечульки. Так, фул хп. Меня это радует. Чего? Подожди, а мы этот не это самое? Блять, еще и с этой стороны есть. Так, минутку, я, блять, запутался, где мы? И куда я, в принципе, вообще хотел? Так, ну, next тут наверху, это понятно. А откуда мы пришли? Сюда, короче, как-то можно пройти. Что ж ты, тебя так развернуло-то, а? Блять, или очень далеко.
Сука, я не понимаю, почему это не работает. А еще я запутался, где мы. О, бля. Пожалуйста, хватит насилия, это больно, издеваться это не круто. Разве вы не должны использовать свои кулаки, чтобы защищать людей, вместо того, чтобы причинять им боль? Что это? Кто-то попал в засаду, мы должны спасти. Блять, им похуй. Блять! Не, Гемона нет. Ретрай. Это, блядь, у той пизды кончилась КП, блядь! Да ёбаный ты в рот, блядь! Сука, иди нахуй! Ох! А там наебалово. Сейчас взорвется. Это Монокума? Ага. Что это значит? Монокума избивает другого Монокуму? Это удивительно. Я никогда не думала, что у роботов могут быть внутренние разногласия. Я думал, что умру. А, ну заговорила. Ах, не бойтесь, все в порядке, я не особо подозрительный медведь. Я хороший медведь из тех медведей, которые загнали бы своего противника в угол... Ватала. Амару, что ты делаешь? Поторопись и пристрели эту штуку. Да. Подожди. Пожалуйста, не стреляй в меня. Я обещаю, ты поймешь, если мы поговорим об этом. Поговорить? Зачем ты вообще разговариваешь? У меня внутри и я отличаюсь от других Монокум. И искусственный интеллект? Он внутри тебя? Верно. Я могу думать и рассуждать, я не буду сходить с ума, как те другие медведи. Я твой союзник, смотрите, весь белый, видишь? Хе-хе, я белый медведь, поэтому я хотел бы, чтобы меня называли Широкума. Знаешь, это довольно мило. Так просто! Не дай себя обмануть! Это более неестественно, если он весь белый, это как тарелка с карри без карри. Не говори так, мы можем быть друзьями, я хочу дружить с как можно большим количеством хорошеньких дам. Хорошенькими? Хм, он может выглядеть подозрительно, но я вижу, что у него глаз алмаз. Только тоже легко одурачить, а? Вот именно, у меня хороший глаз на то, чтобы судить о личности. Например, просто взглянув на твое лицо, я могу угадать время и дату твоего первого поцелуя. А? Какая ужасающая способность!
Это ужасно? Я имею в виду, если ты можешь сказать первым поцелуя, тогда ты должен знать другие первые, верно? Если он использует эту силу, он может безжалостно разоблачить мошенников, которые утверждают, что они девственны. А? Женская сила в основном проистекает из девственности. Вот почему так много девушек так стараются, чтобы их считали девственницами. Ляна только что выдала базу. Но если у нас будет сила этого медведя, мы сможем раскрыть злодеяние этих мошенниц-карьеристок. Здесь нет никакой ошибки. Эта сила может изменить мир. Уф, я просто привел пример. И вообще, какое это имеет отношение к нашей нынешней действительности? Я думаю, это права, я немного разгорячилась. Кстати, что вы, ребята, делаете в таком месте, как это? Хрупкие девушки, бродящие по такому опасному месту, как это, большое не-не-не. Что? Ты собираешься читать нам на морали? Это не наша вина, мы не знаем, куда идти. Я понимаю, итак, вы, бродяги, девушки, загнанные в угол, которым некуда бежать. Если это так, предоставьте это мне, я могу отвезти вас в безопасное место. А? Безопасное место? Это довольно подозрительно, это то, что бы сказал нам похититель. До сих пор вы через многое прошли, так что вам сложно доверять людям, я понимаю. Но мир также полон удивительных людей, не нужно быть такими печальными. Извини, но слова, исходящие из пасти Монокомы, не звучат убедительно. Эй, где это безопасное место, о котором ты говоришь? Полное раскрытие. Здесь под землей есть тайная база, где прячутся взрослые. Тайная база? Ты слышала это только? Тайная база. Вместе со взрослыми, собравшимися там. Мы тоже должны пойти туда, верно? А ты как думаешь, я имею в виду, что нам делать? Несмотря на то, что было достаточно трудно найти выход, ты хочешь продолжать идти под землей? А, но пользоваться этой лестницей опасно. Вокруг выхода рыскают целые тонны монокум. А? Видишь, так не было бы разумнее найти тайную базу? Это не значит, что этот медведь говорит правду. В конце концов, он монокума. Я просто хочу спасти вас. Если вы пойдете со мной, то увидите, говорю я правду или нет. Ты слышишь это? Что нам делать? Если ты думаешь, что мы не должны, тогда я пойду с тобой. Но если подумать, это лучший выбор, не так ли? Это та возможность, которой воспользовались бы 100 из 100 человек. Просто будь честна и скажи, ты хочешь пойти. Боже, ты меня раздражаешь. Хорошо, ты хочешь, чтобы я пошла, тогда я пойду. Правильно, тогда и сделаем это. Хорошо, я буду вести, так что следуйте за мной. Да, я оставляю это тебе, Широкума. Но мы еще не все обследовали. Нам надо пойти туда. Нет. Нет, псина. Блин, почему... Не вызывается на кнопку М, а? Так. Надо дойти до конца, а там повернуть. Но там нет прохода.
Блять, ты меня, сука, напугал. Блять, а тут прохода нет. Слушай, это, короче, получается, что мы просто не сможем кое-какие проходы пройти? Подожди. Дверь. Да боже! Эта область тоже процветала. Так, хорошо, а где я теперь? Почему так странно? В конце этого коридора должен быть поворот. Как нам туда зайти? Туда я зайти не могу. Наверное, где-то дальше по сюжету, но эти двери пооткрываются. Слушай, Изерь, тут еще одна есть дверь. О! А, стоп, тут мы и были. Ну да, тут я был. То есть, короче... Такая, те две комнаты? Так, зачинено. И зачинено. Ну, собственно, что мог, то сделал. Проверил. Не работает. Ну и ладно. Давайте тогда и сегодня будем на этом моменте заканчивать, а в следующий раз пойдем уже вон на тот желтый флажок и продолжим сюжетку. Всем спасибо за просмотр и всем пока!